Здравствуйте. Возник у меня вопрос. Вот есть полено, есть топор. Для того, чтобы этим топором разрубить вот это полено, нужен только один оптимальный удар. Для того, чтобы топором расколоть полено, необходимо встать в удобную позицию, замахнуться, прицелиться и нанести удар, вложив в него столько силы, сколько необходимо. Идеальная техника удара топором – это когда вы способны расколоть большое количество поленьев как можно быстрее и с наименьшей затратой собственных сил. Очевидно, что разные люди при равных условиях опытным путем придут к одному и тому же оптимальному и разумному способу удара. Вопрос: почему же тогда существует много разных стилей боевого искусства, когда реальных убойных ударов не так много? Почему знаменитый мастер меча Миямото Мусаси в своей книге «Пяти колец» рассказывает не о приемах с оружием, а о тактике, стратегии и внутреннем наполнении техники меча? А потому что реальных ударов мечом не так много, а разнообразные школы и стили боевого искусства – это лишь разные пути к одной и той же цели.